Да, слушай, я потом объясню. Ладно, никогда не буду записывать. О. Они охотятся же, да? Они сейчас едят хлеб. А чайки тоже хлеб едят, оказывается? Да. Вон та чайка хлеб съела. Она летает, съела. Прикольно, ребенок тут у нас. Голубь такой летает, пытается поймать что-то. Да, он тоже хочет. Вон утки тут. Что-то вообще кормежка нормальная такая. А, слышь, зависает так в воздухе. Да. Я думала, они только рыбу едят, они и хлеб едят. Что себе? Какое зверье. Погоди, что нам делать? Он тоже есть хочет. А он не может в воду. Ты же знаешь, что воробей и голубь не могут плавать? Не могут плавать. Вот когда у них нет такого, да? Между оперением жира. Плавать. Ну, а чайка, по-моему, не нужен. Хотя нет, нужен. Да, у них такая голова черная. Маневрует. Да, вообще нормально, смотри, прыгает. Прикольно. Слушай, круто, они подныряют вообще. Сейчас нырнут вот сюда. У них, кстати, острый клюв. Ты что здесь делаешь? Ну, он тоже летает. Тоже все летают, ему надо. О, нырнула. О, две утки. Да, я вижу две утки. Две утки, так сказать, на сундук мертвеца. Теперь поняли. Знаю, что одного не хватит. Дыгнуло. Не поймала никого. Ничего. Там еще куча маяков поделали.